В Югре создадут 400 рабочих мест для осужденных. Об этом стало известно во время рабочего визита в наш округ заместителя министра юстиции Всеволода Вуколова. Он напомнил, что заключенные, проживающие в исправительных центрах, таком как в Сургуте, отбывают наказание в виде принудительных работ. То есть они свободы не лишены и имеют право трудиться на предприятиях. Только режим, как в лагере. Сотрудники УФСИН должны знать о любых перемещениях, появляться осужденные в так называемом спецобщежитии обязаны четко в определенное время. Причем, по словам замминистра федерального ведомства, отбывающие наказание должны получать такую же зарплату, как и другие сотрудники организации. Помимо 120 рабочих мест, выделенных для этих целей на производстве компании «Сипромстрой», в Сургуте планируется запуск еще одного исправительного участка на 150 мест в ДСК-1. 230 рабочих мест планируют создать в Нижневартовске.